Модный показ во имя здоровья белорусской неделя моды накануне удивила зрителей коллекции Fashion AIDS Line. А именно 22 дизайнера, вдохновленные символом UNAIDS с красной лентой и с белорусским орнаментом, создали наряды, чтобы еще раз обратить внимание на проблему борьбы с ВИЧ-СПИДом. В этом году такой показ конкурсный. Лучший дизайнер получит право представлять свою коллекцию на международной конференции по ВИЧ в Москве в следующем году и участвовать в мастер-классе от одного из законодателей моды, таких как Виктория Бекхэм и Кеннет Коул. Мы пытаемся разными способами говорить об этом, и в том числе с помощью моды и модных дизайнеров, с помощью творчества, для того, в том числе, чтобы разрушить стереотипы, которые у нас очень долго по поводу ВИЧ-инфекции складывались. Любой человек может и должен сдать тест на ВИЧ и знать свой ВИЧ-статус, чтобы получать лечение, если ему это необходимо. И мы говорим о том, что знать свой ВИЧ-статус – это модно. Мы очень хотим разрушить стереотипы и приходим даже туда, где нас не ждут. Вот сегодня показ, красивая история. Но знаете, как сказал Мишель Сидибе? Он очень надеется, что Беларусь станет первой страной в Восточной Европе и Центральной Азии, которая остановит ВИЧ-инфекцию. И мы действительно знаем, можем это сделать. Поэтому все способы хороши для того, чтобы люди сдавали тест на ВИЧ. Показ во имя здоровья проходит в столице во второй раз. Кроме просмотра дефиле в выставочном комплексе «Белэкспо», все участники по желанию смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ.